Так, как у меня там торговец не родился, вспомни. Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение ФФА сериала «На четверых» за Швецию. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней и начать просмотр все-таки сначала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Давненько я об этом не напоминал, но я на своем канале абсолютно бесплатно рекламирую творческих людей. Если вы создаете какую-то музыку свою, картины, стихи, пишите рассказы и прочее, и вам кажется, что это будет другим интересно, то пишите мне. Либо в комментариях, ну, лучше всего на имейл, который появляется прямо сейчас в видео. Расскажите о вашем творчестве, то есть попробуйте все-таки прорекламировать так его мне. И если я заинтересуюсь, дать ссылку, естественно, чтобы я посмотрел, послушал, почитал. Если я заинтересуюсь, то прорекламирую его в одном из следующих своих видео. Только, пожалуйста, не присылайте ссылки на свои каналы на YouTube. Их я не рекламирую. 4 хода Стокгольм. А инженер? Тоже 4 хода, но в Сектуне. Блин. Все равно тут в любом случае появится. Ладно, надо быстрее, значит, закрывать рационализм. Ну, тогда не будем откладывать, пускай появляется. О, прибыли подводные лодки. Кто бы сомневался. Ну что, где уран? Молчишь? Сейчас, секунду. Ну, то, что я вижу. У нас ни у кого нету. Да, ну я следующим ходом посмотрю. Ну я просто там точки твоей территории не вижу, так что. Thank you.
Отлично. А у меня уран есть. У Белграда есть уран. Ну да, да. У Грека есть уран. Ну, Грека я тоже, наверное, видела. Не всю часть. Но вообще примерно рядом. Карфаген впереди по науке. Не знаю. Тут будет инженер через 5 ходов.
Да и ученый через 5. Так. Мне, пожалуй, вот инженера через 5 в сектуне не надо. Одного уберем. Две в Бирке, две в Стокгольм. Одна в Сектуну, одна еще в Хельсинки надо будет отправить. Так, все. Сестинскую капеллу грек построил. О, вышел эпик. Что-то я пропустил. И очень зря. Анкорват, кстати, очки великого ученого дает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 12. Отлично. Thank you.
Анкорват. Переход мы должны успеть. С ходом до закрытия рационализма. Что мы возьмем? Вот нуклеофьюжн, например, или рокетри. Так, скоро дорогу надо будет строить. Железную. Так, а где у меня рабочие? Давай, наверное, удалим. То есть у меня два рабочих, да? Где там ученый? Еще нет. О, как тебе нужен, да? Самолеты сюда перебросил. Надо будет отойти. 4-5. Какие там субмарины меня обстреляли. В
Где это? Когда ты успокоишься. Грек, а что ты не хочешь на Карфаген напасть, например? Не, ну вот что, я точно не хочу напасть на Карфаген. Мы дружочки, пирожочки. Ну, это просто вот тимплей такой зачем-то вдвоем. Демография ни в каком месте. О, блин, уже сейчас вообще Грек на первом месте по производству. Ну, кстати, интересно, как это получилось. Ну как? Ты захватил города Византии. Там хорошее там место. Там хорошее место. Столица тем более. Эйнштейн могу в Хельсинки построить. Жаль. А, в Стокгольме зато могу, кстати. В таком случае, по-моему, должен мочь. Нет, не могу. Карфагена столица. Понимаешь, Грек, у Карфагена столица под горой. Например. То есть у него науки по-любому больше, чем у нас. Конечно. Демография говорит об этом. Демография, судя, у тебя больше. Это вот технологии, не... сколько у меня, а не науки. Успеть и радар, и Nuclear Fusion, и Rocketry открыть. То есть открыть ядерную ракету бесплатно. Ну надо этот
Манхэттен Проджект строить. Ну, конечно, повезло. Бухта с проплывом в одни клетки — это круто. Блин, я ж под лодкой могу вот там проплыть. Совсем забыл. Так, города государства какие-нибудь еще чудеса хотят. Лувр я строю. Айя София и Терракотовая армия. Давайте Терракотовую армию. У меня только Сидон остался не мой, да? 90. И он хочет денег. Так. Ну вот все бьюшки его. Я крут, по-моему, да? Правда, все равно голосов до мирового лидера не хватает. Потому что без мировой религии, без мировой идеологии не победить. Так, у них тут 12. Вот так сделаем. Просто если отменится эмбарго Греции, но пройдет эмбарго Карфагена, грек вынужден будет со мною торговать. Вот так вот. Так, ученого сожгем. В очередной раз. Очередной ученый пал жертвой костра.
Слушай, Грек, а ты, у тебя открытые границы для Карфагена, да? Мне юнитов надавали. Ну что, будет Грек со мной торговать, интересно? Сейчас он по промке улетит. То есть разница в 60 молотков, это летит у тебя, да? Я говорю, сейчас скоро он полетит. Сейчас ты это построишь. Что построишь? Как АЭС-ка. АЭС-ку построишь и все. Или уже построил. Зачем мне АЭС-ку строить? Я ядерные ракеты буду строить. Это видео традиционно вышло при поддержке 2GIS. Странно, что многие думают, что 2GIS это просто навигатор или карта городов. Нет, там много полезной информации. Например, думаете, в какой ресторан отправиться? 2GIS показывает отзывы из Foursquare и Flampa, чтобы вы сделали правильный выбор. Так что рекомендую зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение для вашей платформы. Секунду.
Почему то, что надо. Мне в хип-регио еще сидит вместо столицы. И я пробрался в это гнездо. Да ладно. А, то увидел. Грек, ты как бы армию тоже подстраивай, потому что он парашютистов клепает, я не знаю, куда он пойдет. Буду с парашютом прыгать. Я попал все-таки в это гнездовье. Приятно, приятно. Мстя. Что за гнездовье? Ну, его караванов. Гнездовье. Четыре каравана пограбил.
Так, на сколько клеток они у нас летают? А, максимум вот сюда, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. То есть на 10 клеток. Девять. Ага, вот отсюда. Отсюда. Семь. Угу. Так, мне еще авианосец нужен. Тут три хода. Тут два хода. Блин, и ты, Грек, с подлодками, ну. Что вот с тобой делать? Ничего со мной не надо делать. Да? Да. Ты же всячески показываешь, что тебе никак нельзя доверять. Почему? Ну, вместо того, чтобы сидеть разведывать. Зачем ты подлодку построил, скажи? Для чего? Я тут еще не разведал, даже вообще, вот где-то она плывет. Да? То есть для этого тебе нужна подлодка, а не просто... флот какой-нибудь обычный. Видишь, у меня какой-то большой флот? Ну, понятно. Да, правильно. Чтобы потом пришел, забрал легко. Со мной уже приходится бедному греку со мной торговать. Пускай торгует, я не против. Какие там чудеса у грека? Пирамиды, оракул, Мачу-Пикчу. Но Мачу-Пикчу не в Афинах, а в Спарте.
Ну. Класс. Тут на города у меня были. Надо не забыть купить ядерку. Сколько она будет? 1600, да? Случай уже все закончилось, купили и отправим утику. Это все субмарины строят. Так, ну, напоминаю, что каждый сам за себя голосует тут. Вообще нафига мне надо в эти вот подлодки выходить. Ай-яй-яй. Что случилось? То есть ты не в курсе? Подлый Карфаген на тебя напал? Может быть.
Вот, между прочим, куршистов можно взять только первую половину. Ну, слушай, ну в данном случае, согласись, ну, я понимаю. Никак. Но тут тем я менее. Ничего не пробовал никак тебя обманывать. Понимаю, но... То есть я не, нет, я не к тому, что давайте там будем приезжать, а чего, ну ты же просто всегда... Я согласен, что сейчас они в первую половину, но это чисто из-за нехватки времени. Те слоны, которые Киеву надарил, теперь ринулись на меня. На тебя, ну. Так, а у меня вообще остались еще подлодки. Так, ну где-то еще две ко мне плывут, походу. Да.
Так, тут Мачу-Пикчу, как я понимаю. Он тебе совернуться бросил? Нет, я не знаю, города. У меня от Хельсинки до Афин ровно сколько надо клеток. И ядерные ракеты с авианосца не бросаются. Ну, с подлодки он, наверное, имел в виду. Лодки-то, кстати, не изученные атомные. О боже, что такое за звук был страшный? Какой? Ну, блин. Я там, видимо, у тебя кавалерию убил. Ну да, убил. Ну что тут ГГ, походу. То есть ты даже не будешь пытаться? Ну, ты демографию открой, что пытаться. Один я точно ничего не сделаю. На 5%. Ну, это зависит. Как грек. А что тут грек? Разбомбленный, как бы, и ты сейчас города все берешь. Ну, потому что, грек, не надо было подыгрывать Карфагену постоянно. Воевали, а кому не надо было тебе подыгрывать? Да, а если бы он не подыгрывал, нет, что я было? Говорю, что никому не подыгрывать, сидел бы, развивался после того, как ты захватил. Так, дело в том, что понимаешь, ты просто, видимо, не видел территорию Карфагена, там у него по одной клетке проход. Я просто, ну, реально не могу к нему пролезть никак. Вот, ну, не берется он у меня никак, и все. Я ему вообще ничего не сделал. Зачем ты постоянно в войне тут? Так ты на него напал. Раз напал, два напал. Портал мне жизнь, как бы, именно ты. И не Карфаген там, не кто-то. Ну, ты знаешь, захватив Византию, ты надеялся, что тебе дадут дальше развиваться спокойно? Я тебе напомню, тот же Карфаген говорил о том, что пускай грек захватывает Византию, а потом мы его вдвоем распилим. Так, на минуточку. Он говорил, но сделал. Сделал я. Нет, так на тебя нападать по-любому надо было после Византии. Если бы я тебя не захватил те два города, тут, скорее всего, ты бы победил. Ну, видишь, а потом, как бы, соответственно, мне на тебя нужно. Зачем? Ты эти города и отращиваешь, ты потом к ним приходишь и их заново убиваешь. Ну, то есть просто месть, ну, я так понимаю. Смахнула. Смотри, с Карфагеном, ты говоришь, тебе не пройти. А ко мне, как бы, тут тебе пройти очень даже легко. Поэтому ты кснулся, ты ему не получилось, пришел как ко мне, как бы, пихнул. А так, вместе с Карфагеном, то есть он, как бы, на моей стороне выступал, как бы, то есть от тебя я могу защититься только с его помощью. Если бы я не заступился, ты бы его раньше бы забрал бы, и все, и так же было бы ГГ. Вот и все. Подожди, ты за него заступился, окей, но надо было ему мириться и со мной постоянно там защитный пакт, да нет. Сидеть, развиваться, нет, в то время, пока мы воюем. Нет, как раз бы, если бы мы взяли бы
а тебя остановили бы, тогда бы он бы развился бы нормально. Так, своими а городами, вот что, как, городами. А какая сейчас вот разница? Вот. Ну, это просто потому, что мы не смогли тебя... Да, мы не смогли просто остановить вдвоем, не смогли. Вот и все. Тогда, когда фрегатами приплыли, наша ошибка, конечно, что стали пытаться сектунуть в Стокгольм. Надо было сразу в Хельсинки, пока еще самолетов не было. Ну да, надо было как-то нам объединиться с тобой и конкретно сосредоточиться на каких-то двух городах, потому что я поплыл туда куда-то вниз бирку брать, потом тут Хельсинки поплыл брать. Ты что-то возле этой Сигтуны стоял, что-то и ну, туда... Там, ребята, там всего, где эти клетки обстрела, там как бы ты их занял. То есть ну, я стоял, ждал, пока ты отплывешь. И крепость там еще. Ну, я говорю, это наша ошибка, что мы не сосредоточились конкретно на какой-то определенной цели. Какой-то? То есть, где который обстреливался нормально. Ну да, да, согласен. Хотя бы мы с ним бы Хельсинки бы... Вот Хельсинки бы все взяли вместе со всеми ребятами. Вот тогда бы его славили бы. А так не получилось, ну и все, вот так вышло. Еще, кстати, у вас ошибка была, что вы чисто морскими юнитами. Греку надо было еще приплыть наземными. Ну, я думал, да. Ну, ты говорил, вот Хельсинг самый ближе. Можно было через порту и морскими, и наземными, да, тут можно было бы. Ну что, все? Все, не будете дальше, да? Нет. Да не, ну что тут, я вам смотрю, сколько там у меня ученый появился, ну вот 4% разница. Да и промка практически на 120 молотков. Ну, ну спасибо за игру тогда. Значит, что, второе место Карфаген? Да. Ну, тут я бы вообще это... Ну, блин, хрен его знает. А, кстати, как тут считается, по очкам, да, если кто-то улетел или что? Да. Я, кстати, был в прошлый раз очень сильно удивлен, когда потом вдруг обнаружил, что мне написал второе место. Ну, ты опередил меня по очкам. Да, да, так нет, я как бы так удивился, думал, что загрузил сейф, и смотрю, там буквально что-то, по-моему, на 4 или там 5 очков как-то разница была. Ну, вот и получилось так. Да. Ладно, а, что, ну, спасибо. Спасибо. Да, победы. Пока. Все, пока, до новых встреч. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.